В 2014 году человек по имени Денис предложил мне вступить в ополчение. На тот момент Денис участвовал в захвате оврадела милиции. Спустя 2 недели Денис меня отправил в один из так называемых лагерей, где тренировали ополченцев. После этого меня поставили на блокпосты проверять документы, автотранспорт. В боевых действиях я не участвовал. Во время дежурства я был неоднократно свидетелем, когда ополченцы избивали людей, занимались мародерством. Я понял, что эти действия являются незаконными, и во время отступления ополченцев решил сбежать. На протяжении 3 лет я скрывался, жил тяжелой жизнью. Узнал о программе на ТБЧК или дома и решил в ней воспользоваться. В этой программе я узнал от своего отца. Сейчас я нормально устроился, живу нормальной жизнью, устроился на работу. И советую всем ребятам, которые не совершали тяжких преступлений, обязательно воспользоваться программой на ТБЧК или дома. Сегодня был суд. Меня освободили от уголовной ответственности. Да, в 2014 году я стоял на блокпосту, который находился в доме. Кроме меня, там еще было человек 20. Оружия при себе не имел, мне только дали палку. И я осуществлял пропускной режим. То есть мои обязанности входило проводить досмотры автомобилей, багажники проверял, документы у людей. Да, там у старших было какое-то оружие, но я в них не разбирался. Почему пошел на блокпост? Потому что подался на провокации. Может быть, сработал какой-то инстинкт коллектива. Но потом я разочаровался в том, что это не мое, русский мир не для меня. Пропаганда ДНР ушла, то, что я в этом разочаровался и добровольно ушел с этого блокпоста. Все это время я боялся за себя, за своих родных. 2 детей, и я хочу какой-то будущее для них. И вот сегодня я спокоен. Иду домой с чистой душой. И хочу призвать всех. Программа СБУ тебя ждут дома. Она работает. Не бойтесь, пользуйтесь условиями этой программы.